Установка света, настройка аппаратуры, подборка фона. Так начинается съемочный процесс у единственного хедшотера России. К выходу модели на съемочную площадку все готово. Дальше самое интересное – тренинг. Максим рассказывает Марии, как держать себя перед камерой. Раскрывает секреты удачного кадра. Синхронизируй сейчас со мной обязательно, это очень важно. Вправо. Влево, да, вправо, влево. Видишь, ты отстаешь. Сейчас вот стыковка «Союз Аполлон» происходит. Вот, не получается. Давай еще раз. Хедшот – это универсальный снимок. Все внимание на лицо модели. Здесь нет аксессуаров, бижутерии, яркой одежды. Всего того, что отвлекает. Зритель видит только лицо. Ну, вообще для меня это драгоценный опыт. Потому что работа с моделью и с фотографом – это прямо союз. Работают действительно в тандеме. Получить идеальный снимок смогут только, когда будут стопроцентно доверять друг другу. Такой кадр раскрывает индивидуальность человека. Шикарно. Вот сейчас снимок идет на миллион долларов. Давай, еще больше. Черепашку, да-да, черепашку больше. Ниже, больше улыбка, искренне. Да-да-да. Снимки модель увидит не через неделю, как это происходит при обычной фотосессии, а сразу в студии. Вместе с фотографом проводят работу над ошибками. Все, чтобы найти идеальный ракурс, получить лучший снимок. Поздравляю, 5 баллов. Давай твою руку. Цель выполнена. Фото, которое раскрывает человека, есть. Такой снимок хоть к резюме прикрепляй, хоть на аватарку ставь. Лайки гарантированы. Россияне привыкли к тому, что портретные фотографии используются лишь на документах, но фотография идет вперед. И сегодня появляется новое направление – хедшот, выстрел в голову. Такие портретные снимки можно использовать для бизнеса, портфолио и даже в социальных сетях. Делает такие снимки Максим сравнительно недавно. Раньше он работал в рекламном бизнесе, но кризис внес свои коррективы. И Максим решил – время работать на себя и развиваться в новом направлении. Я увидел ролики Питера Хёрли, знаменитого американского фотографа, который работает, который разработал стиль хедшот. И мне понравился его подход к работе с моделью, потому что основа – это командная работа. Без командной работы в хедшоте ничего не сделаешь, не получишь вот этот уникальный классный снимок. Таких классных снимков у Максима уже несколько десятков. Их он выкладывал на сайте Ассоциации хедшотеров. И там его работы оценили по достоинству. Состоялось просмотр моего портфолио, и Питер Хёрли принял решение дать мне статус ассоциированного фотографа, единственного в России. Для России, я считаю, это очень важно, потому что среди 10 тысяч зарегистрированных фотографов со всего мира, которые работают в направлении хедшот-съемки, я единственный из России. Сегодня риотовский хедшотер снимает в московской студии. Его мечта – открыть собственную в родном городе, чтобы каждый риотовчанин смог взглянуть на себя по-новому через его объектив и показать это новое всему миру. Дарья Макаровская, Сергей Сомов для РТВ.